Как ваши учения проходят, ребята? Блядь! Да не надо там десант, да что мы против танка? Ну чё, блядь? Нет, мы не все собираемся. Ну, мы, наверное, заблудились. Мы хотели подоказать дорогу. А где еще? Вот туда. Вам туда? До нас не надо. Здесь глухой кут. Там завалено. Мужики, мы вам не рады, ей-богу, хлопцы. Едьте до дому. Ну да. Зачем вы на Украину пришли? Вы нас расстреливаете? Вы галимые приказы исполняете. Зачем? Ну это действительно. Наши семьи ужасно. Вы нас давайте буду садиться. Что вы робите, блядь? Убивайте детей. Я буду. С одним. Тихо. Я буду разговаривать. Нам туда вы не дадите. Нет. Мы ляжем под танки. Там и завалим. Будем вас под танками. Это пришло 3% того, что стоит там. Я не пугаю. Мы не пугаем. Позиция такая, вы нам входа не даете. Не даем. Не даем. Все, я вас услышу. Спасибо. Я сейчас разворачиваюсь, схожу. Пожалуйста. Спасибо. Хорошо. Нам вот этого лишнего не надо. Хорошо. Договорились? Да. Миром, ребята. Едьте до дому лучше. Ну, лучше до дому, к матерям отдыхайте. Радуйтесь. Детей расти. Неголимые приказы не исполняйте, ребята. Мы ж никакого зла вам не хотели.